Как организовать праздник на селе, чтобы привлечь как можно больше людей? Более 30 руководителей и специалистов окружных домов культуры ищут ответы на эти вопросы во время ежегодного семинара работников культуры. Помогают им в решении этой нелегкой проблемы квалифицированные специалисты из Архангельска и Санкт-Петербурга. Как сделать жизнь на селе ярче, узнавала наш корреспондент Валентина Чибичек. Социально-культурный проект – мероприятие скорее традиционное, чем инновационное. Он широко применяется в образовании, медицине и других областях. Специалисты говорят, грамотно спроектированное мероприятие – половина успеха. Этого же мнения придерживается преподаватель семинара Татьяна Коршунова. Она считает, чем больше организаций примет участие в проекте, тем интереснее и ярче будет праздник. Если мы все объединимся, социально-культурные институты, и сделаем прекрасный проект для детей, для подростков, для молодежи по различным направлениям патриотическое воспитание, экологическое воспитание, спортивное воспитание, то и будет полноценная организация свободного времени для населения, в том числе будет развиваться личность любого возраста. Подобная практика для руководителей сельских ДК – выход из затруднительного положения. Чтобы спланировать и провести большой праздник, особенно в малонаселенной окружной глубинке, нужны специальные знания. Самое трудное, по мнению культорганизаторов, привлечь население к участию в празднике. Например, в Амдерме проблем с количеством концертов и праздников нет. Только зрителей обычно не хватает. В поселке проживает чуть больше 300 человек. Немножко пассивное такое население, то ли уставшие, то ли я не знаю, как их расшевелить. Ну, ходят, конечно, на вот большие мероприятия ходят, на вечера отдыха ходят, на праздники ходят, особенно когда дети выступают, мама приходит, родители приходят обязательно. В Оме с активностью населения проблем нет. Съезжие праздники, омские вечерки, спортивные состязания всегда многолюдны. Специалисты готовят программы на любой вкус и возраст. На семинар приехали за новыми идеями. Сделать для молодежи проект, разработать о занятости молодого населения, например, открыть хотя бы компьютерный класс. Или можно какие-то молодежные движения открыть. Преподаватель семинара отметила, что необходимо развивать новые направления в процессе вовлечения масс в культуру. Например, в проекты на тему историко-культурного наследия и патриотического воспитания. В селах, где большинство населения составляют женщины и люди высокого возраста, создавать проекты, ориентированные на них. Не оставлять без внимания безработных и молодежь. Организаторы семинара уверены, когда каждый житель будет увлечен, село будет развиваться. Валентина Чибичек, Антон Выдряков, телеканал «Север».